А у нас сегодня сборы. Завозим материал. Фанеру, доски, поддоны. На болото, на баню. Что, надо ее развернуть и закинуть вам. Барахла привезли. Че? Сразу сам погрузил. Нагрузка идет. Погрузили доски. Сверху грузим фанеру. Должно ходить всего. Ждем. Напарник, это где? Стяжечками стянем. Придется два рейса делать. Второй у нас приехал. Мои санки готовы. Неподъемные. Остались поддоны. Чуть фанеры, доски. Как и ключи. Все порвал. Да? Ну, саночки. Где-то Андрюха там. Поддоны попадали, перекладываются. Нам еще 400 метров, потом будет отворотка налево. Че у них там? Прибыли мы. Вот этого скелета будем сегодня закрывать. Постановка вам по кайфу. Все, за крайним рейсом вернулись. Все, в одни санки влезло. Утеплителя две пачки. Поддоны. Едем туда и будем обшивать баню. Ведутся работы по постройке бани. О! Налетело. Что, у нас процесс идет. Стеночки уже все обшиты. Сейчас, секунду. Еще больше цепи слабо. Будем крышу скоро крыть. Давай, запускаем первый этот. Первую дымовуху. Я еще дымовку спину. Да. Машина. Все, обшили, что хотели, подзавели под крышу. И крышу перекрыли. И там все сделали. Все, дым идет. Только вот здесь вот надо еще зашить кусочек. И там у двери сверху. И уже потом утепляться изнутри. Так что вот такие дела. Целый день работы.
Все, закончили мы на сегодня. Что хотели? Печечка топится. Просушиваем там лед внутри, да. Снег. Закрываем. Поедем домой. Я там маленько прикрыл это, поддувал это, чтобы быстро это все. Чтобы все не слопало быстро. Там во. Да от кого? Кто захочет? Все норм. Все видим. Время 6 часов вечера. С утра сегодня возимся. Дымок идет. Все, мы домой. Прибыли мы опять на место. Сегодня у нас молодые помощники, завозим остатки провизии, несколько листов. Как называется это? ОСБР? Да, водичку на весну. Все, санки загрузили. Все взяли. Серега пилу положил. Открываемся. Поедем. Крайний выезд у нас перед заходом на болото. Перед охотой. Прямо в избушке. Пьем чай. Стопили печку. Шуршит там. Мне кончится чай. Соответственно, Даня, чай. Это Сереги сын, помощник приехал нам помогать. Вот, ставь. Снега упало на треть. И на третье. Треть осталась, наверное. Две трети ушло. Пьем чаек с котлетками, с печеньками. А пойдем баню эту три обшивать. Сейчас выберем, как лучше. Боком, раком. Сегодня бегом-бегом, времени даже снимать не было. Ну все, мы закончили, собираемся домой. Еще раз общий обзор. Снимаю и поедем домой. Ну здесь-то ставили утеплитель. Здесь так просто поприхватывали, чтобы больших дырок не было. Какая дверь получилась. Здесь все зашили. Ну и помещение внутри. Есть щели. Есть что попенить, запенить. Туда нужен лист. Но в целом получилось очень неплохо. Это все мы сделали с Серегой, обшили за 6 часов. С той стороны запеним, щелей не будет. Вот так вот. Здесь ручка. Ну а нащельники уже будем делать из пенки, из блестючки. Там обошьем, сделаем скамеечки. Какая ромбовидная крыша получилась. Хорошо поработали.
закрываю.